Прототипом антибиотика стал Владимир Кумарин, лидер известной преступной группировки, так называемых «тамбовцев». Лев Борисов лично встречался с ним в реальной жизни. Артист не считал, что сериал «Бандитский Петербург» каким-либо образом пропагандирует криминал. Да, Сереж, хорошо сидеть вот так, не прячась, не скрываясь. Если хочешь знать, вообще, это моя цель – жить, не прячась. И у меня на тебя большие надежды. Людей вокруг мало. Работать не с кем, одни кретины. Оттого и бардак в стране. Ты думаешь, тот беспредел, что по России гуляет, в нем я виноват? Или Ильдар с мухой? Хрен в стакан. Это все от той гнили, что наверху. От тех сытых и толстых пидоров, которые никогда не знали, что значит жить плохо, бедно. А я из сирот. Я знаю, что такое жизнь. Я знаю людей. Ну ничего, скоро придет время, и мы займем достойные места в нашем городе. Старые люди всегда говорили: живи и жить давай другим. В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и все здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды. Это я тебе конкретно говорю.